Руководство Народного собрания Гагаузии встретилось с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкерх. Во время беседы обсудили перспективы развития автономии, отношения между региональными и центральными властями и способ поддержки развития Гагаузии со стороны ОБСЕ. Председатель Дмитрий Константинов подтвердил открытость к сотрудничеству, подчеркнув конструктивный и доверительный характер взаимоотношений, которые сложились между руководством Гагаузии и миссией ОБСЕ. В ходе встречи состоялся обмен мнениями об отношениях законодательного органа автономии с политическими властями Республики Молдова и о возможности в перспективе повышения эффективности коммуникации и кооперации с Башканом Гагаузии. Вице-спикер Николай Орманже осведомил дипломата о текущей деятельности совместной рабочей группы в обновленном составе парламента Молдовы и депутатов Народного собрания Гагаузии, отметив также работу недавно сформированной специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в уложение Гагаузии. Александр Тарнавский заявил о необходимости в деятельности совместной рабочей группы акцентировать внимание, помимо политической повестки, на вопросах, касающихся социально-экономического развития автономии. Стороны, обсудив широкий круг вопросов, обозначили направление дальнейшего сотрудничества. Глава миссии сообщил о запланированном внедрении двух проектов с участием депутатов Народного собрания Гагаузии.